утром брал мороженое денег. Вот. 36 рублей еще. Сейчас пробьем. Когда сейчас? Ну да сейчас и пробьем. Набирать? Ну да конечно. Сейчас я еще возьму водичку попить. Вот такую, Елена Николаевна. 88. Ага. О, Светлана, привет. Привет, Светуль. Привет. Как дела? Ты велик у меня поставил, да? Да. А, я думаю, чей велосипед. Я за ним и приехала. Думаю, чей велосипед. Потом я понял, что это твой. Давайте я оставлю, потому что это... У меня сумки вчера тяжелые, где-нибудь это, лучше вот так, на такси. Чего мне как? Да ничего, потихонечку он. Владимир Иванович мороженое решил рубануть. Купи мне мороженое. Будешь мороженое? Да. Возьми, сейчас я тебе плачу. Елена Николаевна, дайте мороженое тоже. Светлане. Сейчас я пробью. Ты по делам, Светуль? Ну, конечно. Что за делишки? Ничего. В Сбербанке? В банк зашла, деньги положила немножко. Счет проверила. И за велосипедом. И за велосипедом? Угу. Домой поедешь? Может, домой, а может, еще куда-нибудь. В город, блин. Посылка большая. А вчера она получил, да? Нет. Посылку получил, получил вчера, да. Он ко мне пришла. Да, да, да. Получил вчера. Получили вчера. Что прислали? Деньги. Да ты что? Ну... И две банки горохового супа. А денег сколько? Да я не знаю, сколько там считал? Было. Там и юбилейные такие. О, блин, юбилейные. Юбилейные были, да. Классно. А тут по весу сколько? Килограмм под полтора будет? Наверное, где-то так. И куда уже, знаешь? Он их вчера быстренько разменял. Как это разменял? Ну как? Потратил? Потратил. О, а куда? Какие эти? Магазины? На колбасу. О, ну тоже надо. Тоже надо. Ну что, полковник? Поехали. Наелся. Ну сейчас поедем. А куда? Домой? Домой ему надо. Он рыбу купил. Свежую. Ну поехали. Не, возьмите. Чистить будет. Поможешь себе? На велосипед у тебя или у него? У меня как за углом там стоит. Зайдешь, увидишь. Ага. Ну поехали рыбу чистить. А потом на велосипеде. Рыба Светлана поможет почистить. Свежая рыба? Карасики. Свежая? Свежая, да. Владимир Иванович, ты не против? Светлана поможет тебе рыбу почистить. А? Не против. Во. Почистить и пожарить. Ну, жарить-то мне самое. Масло есть на солнце? А? Масло. А солнце? На, дядь Володь. Масло надо, у него там не было уже масла почти. Там... Есть! Все купил. Ну, поехали. Не спеши. Не спеши, полковник, а то успеешь. Никто не гонится.
Елена Николаевна, да. Ну давай пробью. Наберу денег, шикарный. Курица. Кабаски возьму. И хлеба возьму. Денег наберу. Ерунда. Рыбу почистили, почали. Муку взял. Одну хла. Зачем? А ты ушла, принес муку и еще кое-что принес из магазина. Не уходи из дома. Ну что, погнали, полковник. А, ваше благородие. Че, деньги взял? Какие деньги? Оплатил. За лимонад и за мороженое. Я как жарко, да? Хорошо. Светуль, на тебе 500 рублей. Ух ты, спасибо. Пусть будет, да. Что-нибудь возьми, дочка там. Ага, спасибо. Хорошо? Ага. Давай. Давай шашлыка возьмем. Потом. Да она возьмет, ей тоже потом, надо, Владимир Иванович. Ты там понабрал нормально. Ага, потом. Усет. Я курить бросил. Хорошо. Я тоже, когда нету, бросаю. Когда нету, да. Я тоже бросаю. Победила сейчас в этом. Водички? Ты не забудь велосипед забрать, Свет. А когда? Ну, вообще. Он сбоку стоит? Я поставил его за угол, чтобы, да. Ага. Никто не подрезал. А сейчас это, рыбу чистить. Рыбу почисти. Угу. А мне на вызов сейчас надо ехать. Да? Я сейчас вас оставлю там, да. Угу. Чистите, что там вы хотели делать. Давай. Мы да поедем. Ну что, Владимир Иванович? Ага. Поехали. Что там в завязке, Светуль, нового? Не знаю, что там. Я дома лазила с утра. То стирала, то, блин, забор поправляю, он падает. Да хрен с ним, думаю, с этим забором. Ну, пойду и это, что-нибудь еще в доме. Полы мыть, блин, там. Телевизор поставили с Эльвирой в другое место. Перестановочка? Ага, котята там бегают. Ну, потому что это, у меня сгорел этот, ну, как вот, ой, удлинитель, тройник с удлинителем. А-а-а. Вчера заклинило, блядь, и холодильник, блядь, что такое. А у меня и плита старая, электрическая, пипец ей, в общем. И, видимо, замкнуло, и потом говорю, так, надо оттуда, значит, удлинитель поставить сюда. Холодильник-то важнее, блядь. Пока телевизор не будем. Вот. А потом я напрямую телевизор включила. И антенна тут. И мы поставили в другое место без этого. Без тройника. И холодильник работает, и телевизор. Что ж, долго будете эту рыбу жарить? А я не знаю, что там, сколько много у тебя? Сколько чистить? 3,5 килограмма. А, ну, почистим, ну, только это самое, половину можно так положить, да, или сразу? Свете чистить? Дай половину потом, Владимир Иванович, пусть тоже рыбки возьмет. Сырой. Наложи ей там карасиков. Пусть они с дочкой дома там. У тебя есть сигареты? Поедят. Не-а. Я ж курить бросил. Сергей, дай одну сигарету, чтобы я дома покурил. У него тоже нету, он тоже бросил. Бросили все, Владимир Иванович, робот, да. Робот тоже не надо. Курит. Забирай рыбеху. Курите,
Ехать вредно, блин. Светуль, ну велик ты не забывай, смотри. Ага, я зайду. Сейчас туда-сюда мы там поделаем дела. Владимир Иванович, бери. И сигаретка сразу нашлась. А, полковник? Угу. Ты прям фокусник какой-то. Ну давай, Иваныч, руководи тут парадом. Приедешь? Приеду попозже. Давай. Сейчас на работу надо в Мачку ехать. Да? Да. И рублей 100 привези. Хорошо. Пускай так и будет. Блять, хуй вылезешь. Давай, полковник. Будь здоров!